Убедившись в том, по мнению этих критиков, что в Писании есть ошибки, то они говорят следующее. Писание непогрешимо и авторитетно в вопросах вероучения, но не в аспекте фактического материала. И в зависимости от того, о каком богословии идет речь, то это возражение может быть сформулировано по-разному. И вот что я хочу сказать. Из этого возражения не следует, что каждый факт в Писании ошибочен. Не это здесь говорится. Здесь говорится о том, что есть некоторые ошибки в каких-то фактах. Здесь не говорится о том, что каждый факт, каждое утверждение ошибочно. Хорошо. Но давайте еще раз посмотрим, как же это сформулировано. Очень известная, очень распространенная формулировка этого возражения была опубликована в журнале Евангельского богословского общества еще в 1976 году в статье, написанной Даниэлем Фуллером. Да, это именно тот Фуллер, в честь которого названа семинария. Его отец, правда, был основателем. Итак, что же он написал? Фуллер отмечает, что признание Уорфилдом, это очень известный богослов конца 19-го, начала 20 века, дословной, полной богодухновенности Писания, о которой со всей очевидностью свидетельствуют стихи Писания, привело его к выводу о том, что все библейские утверждения, независимо от того, умудряют ли они во спасение или сообщают сведения из области ботаники, истории и так далее, одинаково верны. Фуллер предложил так называемый незначительный корректив. Итак, что же это за корректив? Что ж, он предполагает, что есть два вида Писания. С одной стороны, богооткровенное, а с другой стороны, небогооткровенное Писание. Богооткровенное Писание абсолютно безошибочно, в нем нет никаких ошибок. А небогооткровенное — нет. То есть в нем могут быть ошибки. И Фуллер заявлял, что Библия утверждает слово «безошибочность» не в отношении текста в целом, а содержащегося в нем учения по богооткровенным вопросам. Поэтому мы все еще можем использовать понятие «безошибочность», но это понятие распространяется исключительно на богооткровенную часть. Что ж, вы можете подумать про себя. Ну, хорошо. Но о чем вообще здесь идет речь? Что ж, Фуллер далее объясняет, что попадает в ту или иную категорию Писаний. Он говорит, то в Писании, что мы не могли бы узнать, если бы Бог нам это не открыл. Вот это и есть богооткровенное Писание. Но то в Писании, что мы могли бы узнать и сами, то вот как раз это не богооткровенное Писание. Вот, к примеру, тексты о существовании небес. Или тексты, к примеру, скажем, о последнем времени. Я не представляю, как мы могли бы все это узнать путем простых умозаключений или при помощи органов чувств. Поэтому все это попадает в богооткровенную часть. Вот то, кто же на самом деле побудил Давида исчислить народ, или сколько раз пропел петух перед тем, как Петр отрекся от Христа. Все это действительно исторические факты, и все это попадает в небогооткровенную часть. Но вот вспомните, что сказал Фуллер. Вот богооткровенная часть, она безошибочна.
а не богооткровенное? В большей степени да, но все-таки в ней могут быть некоторые ошибки. Итак, что попадает в категорию богооткровенного Писания, и тут я немножко перефразировал, я перескажу это другими словами, чтобы лучше передать суть. Все, что не может быть познано опытным путем, все, что нематериально, другими словами, это нельзя познать с помощью органов чувств. И поэтому это нельзя проверить, нельзя определить ложность или истинность. Что я имею в виду? Мы не можем удостовериться в этом так, как обычно это делаем, когда доказываем истинность чего бы то ни было, и исследуем мир, который находится вокруг нас. Таким образом, мы не можем узнать, есть ли на самом деле небеса, и готовит ли Бог там для нас место. А к небогооткровенному Писанию относится все, что познаваемо опытным путем. То есть это научные, исторические и прочие факты. Итак, это то, как разделил Писание Даниэл Фуллер. А что же можно сказать о Стефани Дэвисе? Он написал книгу, которая стала очень известной, посвященную этой теме. И Дэвис на самом деле отличает понятие «безошибочность» и «непогрешимость». Что ж, я думаю, большинство из нас используют эти понятия как синонимы, но Дэвис видит в них разницу и определяет их немного по-разному. Итак, как же он их определяет? Безошибочность, на его взгляд, означает следующее. Библия безошибочна, если и только если в ней не содержится никаких ложных заявлений по любой теме. А что же насчет непогрешимости? Библия непогрешима только лишь в том случае, если в ней нет ошибочных утверждений по вопросам веры и религиозной жизни. Позвольте мне повторить эти определения, чтобы вы смогли их записать, если пожелаете. Дэвис, определяя безошибочность и непогрешимость таким образом, как мы с вами только что сказали, и затем он добавляет, «Я считаю, что Библия непогрешима, но я не считаю, что Библия безошибочна». Хорошо. То есть он готов сказать, что в Библии нет ложных утверждений, которые касаются христианской веры и христианской жизни. Но он не готов сказать, что в Библии нет ложных утверждений по любой теме. Что ж, есть еще один автор. Это Беркли Майклсон. В статье, в которой он раскрывает собственный подход Библии к своему авторитету, в книге, которая была издана еще в 70-х годах прошлого века, эта книга называлась «Авторитет Библии», Майклсон пишет о безошибочности Писания. Определение безошибочности текста зависит от избранного критерия безошибочности, античного, древнего или современного. И это объясняет, на его взгляд, почему полемика по проблеме безошибочности не вносит в саму проблему никакой ясности, потому что изначально не ясно, а чей же критерий мы принимаем за основу. И далее Майклсон пишет, «Разумнее сосредоточить внимание не на отрицательных моментах, чего Библия не делает». То есть, допускает какие-либо ошибки, а нужно сосредоточить внимание на положительных моментах. И что это за моменты? А то, что Библия наставляет в истине, и истина здесь сообщается таким образом и в такой манере, в которой она передавалась в древние времена. То есть Майклсон делает ударение на авторитете учения Писания.
или другими словами, доктрина Писания. И затем Майклсон говорит, а насколько авторитетны для нас сегодня библейские истины, когда посредством правильного толкования мы должным образом воплощаем ее в жизнь? Библия излучает авторитет. И по сути это означает следующее, что если Библия просто лежит у вас на столе, не раскрытая, или даже если вы ее открываете и читаете, но она вас не касается, вот у такой Библии нет авторитета. То есть авторитет Библии целиком функциональный. Если Библия побуждает вас что-то менять в своей жизни, то тогда она авторитетна. А если нет, то она и не авторитетна. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарий».